Это я. Проверка связи. Рене Зельвегер – редкая птица на светских раутах. Но в этом году вдруг заглянула на оскаровскую вечеринку. Как же ей все-таки идут платья. Фигура 50-летней Рене отменна. Так мы будем танцевать сегодня? Надеюсь. Легкий макияж, классическая прическа. Она не из тех, кто экспериментирует, меняется. Она смущается и краснеет в присутствии журналистов. Та-дам! Но это неловкость, видимо. Рене выкупила своего нынешнего возлюбленного Дойла Брэмхолла у бывшей супруги, как когда-то сделала со своим мужем Джули Робертс. Но Робертс откупилась только раз, а Рене ежемесячно платит алименты семье Дойла, бывшей жене и двум дочерям. Это шутка такая? С Дойлом они вместе почти 7 лет, но знакомы еще дольше. Вместе учились в университете. До сих пор выглядят и живут как студенты. Много путешествуют, целуются в аэропортах, одеваются свободно. Особенно Рене обожает поношенные кепки. Дойл знал Рене еще черлидершей. Она и сейчас помнит кричалки. B-E-Aggressive. И даже готова показать пару движений. Tiger Team is the best yet. Get ready. Get set. Между университетом и новой встречей с Дойлом Рене успела получить Оскар и побывать замужем целых 4 месяца. Эти 4 месяца были настолько яркими, что и в 50 Рене не выходит замуж. Студентка Рене не собирается взрослеть, как и ее героиня Бриджит Джонс.